Дорогие бишкекчане, от всей души поздравляю вас с Днем города Бишкек. Сегодня столица Кыргызстана исполняется 144 года. Этот праздник объединяет не только жителей города, но и тех, кто считает его своей родиной, кто чувствует сопричастность, находясь даже за сотни и тысячи километров. Сегодня я работаю в космосе, и со мной на борту Международной космической станции находится флаг моего родного города. Для меня огромная честь и радость поздравить бишкекчан с днем рождения города Бишкек. Из космоса хорошо видно, что город преображается. Строится новое жилье, школы, детские сады, ремонтируются дороги и благоустраиваются скверы и парки. И в этом заслуга всех горожан, которые созидательным трудом воплощают в жизнь эти проекты. Желаю бишкекчанам крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов. А Бишкеку – стабильности, развития и процветания. Пусть он хорошеет с каждым годом. С праздником! Космонавт Роскосмоса Сергей Корсаков.